наша беседа будет о берегах Амура. Помните знаменитую советскую песню? У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Давайте посмотрим на эти высокие берега Амура. Амур – речка, которая течет вдоль горной системы, которая называется Сихотэ-Алинь. На сегодняшний день это древние, старые, разрушенные горы с высотой не более 2 километров. Естественно, это у нас каледонская складчатость. Горы разрушенные, сложены они сланцами кремнистыми. Вот, посмотрите, кремнистый сланец. Вот это вот весь участок – это кремнистый сланец. Он бывает вот такого цвета, значит, красно-коричневого, да, с прожилочками желтыми. Такой красивый. Я так шла, наблюдала, очень красивая складчатость. Гляньте, какая. Вот она неровная, да? Вот. Как будто фигуры какие-то интересные. И вся вот такая складчатость здесь, этих берегов Амура. Вот высокие действительно берега. С удовольствием можно подняться на них. Но сланец, горная порода, естественно, мягкая, разрушается сразу. И идти надо очень-очень осторожно. Здесь есть и кремнистые сланцы, и глинистые сланцы. Есть отложение глины, песка. Идешь, и постоянно разные цвета. Вот это вот, вы видите, коричнево-красный цвет. Есть и голубые, зеленоватые оттенки. Именно это глинистые сланцы, черные такие вот туфы. Может, сейчас вам покажем кусочек черного оттенка туфов. Ну, а впереди меня, конечно же, река Амур. Амур богат рыбой. Правда, я бы не сказала, в магазинах большого разнообразия рыбы я не видела. Но говорят рыбаки местные, что ловят здесь и окуни, карась, и лещи, и головань, и щука. Ну, даже водятся белуга, осетровые. Много разных видов рыб. Кита та же самая. Вот такая речка Амур. Вот такой наш сегодня ролик про горную систему. Именно про берега Амура. На этом всем пока.